раннего детства читает мне очень много сказок. Одна из моих самых любимых сказок – это «Кот в сапогах», автор Шарль Перро. Главный герой этой сказки – обыкновенный кот, который жил в семье мельника. Когда старый мельник умер, сыновья начали делить его богатство. Старший взял себе мельницу, средний – осла, а младшему достался всего лишь кот. Как кот поможет стать своему хозяину богачом и жениться на дочери короля? На какую хитрость кот пошел, чтобы победить великана-людоеда? Этого узнаете, прочитав сказку «Кот в сапогах», автор Шарль Перро. Однажды эта сказка увлекла меня так, что стала самой любимой. Эта сказка учит меня быть умным, смелым, благородным, учит находить выход из самой безвыходной ситуации. Я люблю рисовать. На своем рисунке я изобразил главного героя кота в сапогах. Он хоть хитрец и озорник, но умный, смелый, отчаянный. Подумать только, имея лишь мешок, сапоги и шляпу, он смог стереть своего хозяина богачом и жениться на дочери короля. В свободное время я люблю лепить. Это великан-людоед, а это мышь, мама шила. Думаете, что их связывает? Кот ловко одурачил великана, заставив его превратиться в мышку. И в ту же секунду он его съел. «Кот в сапогах» – это замечательная и добрая сказка. Я ее перечитываю снова и снова. И вам советую.